10 декабря 20 лет назад состоялось одно из самых важных исторических событий для всего Казахстана. Глава государства объявил Астану новой столицей страны. Инициатива Эльбасы о переносе главного города республики родилась в сложные 90-е годы, отметил во время выступления аким Алматы. Тогда мало кто верил в реальность данной идеи, но история доказала дальновидность и жизненную необходимость этого решения для молодого независимого государства. Сегодня Астана – состоявшийся политический центр страны, символ модернизации и пример для других регионов. Столица стала признанным городом мира, где благодаря высочайшему международному авторитету Елбасы состоялись саммиты ОБСЕ и Организации исламского сотрудничества, совещания по взаимодействию мирам доверия в Азии, съезды лидеров мировых и традиционных религий. Значимым мировым событием стало проведение в этом году в Астане международной выставки «Экспо-2017». Решение о переносе столицы, как и объявление о независимости страны, принятие Конституции и других важных исторических событий состоялось именно в Алматы, подчеркнул Бауыржан Байбек. И сегодня мегаполис, являясь финансовым и экономическим магнитом, гармонично дополняет политический центр страны – Астану. Перенос столицы ознаменовал не только рождение современного города в сердце Евразии, но и вдохнул новую жизнь в Алматы. Наш город стал крупнейшим мегаполисом Центральной Азии, деловым центром страны, где мощный импорт получил средний класс. Благодаря постоянной поддержке Елбасы развивается культура, образование, спорт и туризм, наука. Преобразился облик нашего города. В этот вечер состоялось подведение итогов юбилейной премии «Астана Ардахым». Ранее отбор номинантов, представленных в разных категориях, в частности, в области образования и науки, архитектуры и строительства, здравоохранения, спорта, проходил посредством открытого интернет-голосования. За вклад в развитие Астаны в области искусства высокой награды удостоился член Академии художеств страны Амандос Аканаев. Я проводил множество выставок в Астане. Сейчас свыше 30 моих работ находятся в президентском центре культуры и других музеях столицы. Картины посвящены нашей стране и главному городу республики. Астана – это наша радость и гордость. Она признана во всем мире. Сколько там проходит различных мероприятий, приезжает большое количество иностранных гостей, которые высоко оценивают достижения нашей страны. Среди награжденных – первый ректор Евразийского национального университета Мырзатай Жолдасбеков, главврач первого родильного дома Наурызбай Ракишев, заслуженные строители Александр Белович и Усман Шаханов. Всего лауреатами премии «Астана Ардахым» стали 20 деятелей, внесших вклад в становление и развитие столицы. Мадина Исюмбаева, Мурат Тайжанов, телеканал «Алматы».